Доброго всем дня. Хочу показать вам, распускаются розочки. Вот Ханс Ганавейн распускается, нежный такой, красивый. Чашечки такие, ну бутончики небольшие пока что, но он распускается чуть больше, совсем не раскрывается, оставляет такие чашечки. Будет чуть-чуть побольше цветочек. Король Артур. Пока дал только один цветок. Вкусно пахнет. Первый цветочек уже показывает аромат. Ням-ням. Вот, немножко подсвечивает. Но он такой малиновый и есть. На фотографиях, когда заказывала, он был такой покраснее. Ну, возможно, это первый цветок. Может быть, он и правда будет темнее. Главное, что он ароматный. Дальше здесь у меня находится маликорн. Вот где необычный красавец. Форма куста только в этом году какая-то вот странная. Говорят, формируйте обрезкой, но он у меня был обрезан весь в один уровень. И в итоге дал вот такую удочку. Ну, я уже поняла, что у нас розы. Кстати, Ханс Ганавейн тоже вот удочку дал. У нас жарко, тепло. И розы многие склонны давать такие удочки, перерастать свои размеры. Я их не обрезаю. Я ее за горизонталью. Пока что я чуть-чуть только подвязала. Но потом я ее хорошо пригну. И оно из каждой пазухи даст бутоны, побеги и бутоны. И будут свисти, будет свисти ветка. Потому что обрезая и не обрезая, оно все равно будет выдавать этот побег. Но это у нас. Это не значит, что где-то в другом регионе будет точно так же. Возможно, где-то у кого-то это аккуратненький, как и заявлено, кустик. Хотя в том году, кстати, он и был у меня без удочек, без ничего. Но я его видела, правда. Один раз вынуждены были эвакуироваться. Вот, красивые глазки показывает. А в нем бутончиков столько, боже. Ну, он очень красивый, очень необычная роза. Мне очень нравится. Цвет очень глубокий. И золотая серединка такая, так украшает. Красавчик. Ну и на фоне этих роз находится мой старожил. Розе уже 13 лет. В этом году я его сильно омолодила, обрезала старые побеги, он дал много новых. Пьер де Рансар, всем известный, многими любимый. Ну вот, ну как его не любить? Ну вот когда такая красота, как его не любить? Вот так цветет, еще он вверху должен расцвести, на, так сказать, арки. Вот. Вот так. Красиво. Всем добра.